Старинное название аула Старобжакай – Алюар. Существует много легенд об истории аула, но как далеко не уносила вглубь веков история, местные жители с гордостью называют себя потомками Алюар. Первый театр в ауле, созданный в 1990 году Барчо Залифой Махмудовной, назывался Алюар. В репертуаре театра были обрядовые постановки на адыгейском языке, адыгейская свадьба, первое укладывание ребенка в люльку, шуточные постановки, приключения Хваджи. За эти годы сменилось немалое поколение участников коллектива. Неизменным осталось только название театра, в котором сейчас занимается 20 человек, под руководством Зази Розет Галимовны. В 2010 году была создана вокально-инструментальная группа «Алюар» под руководством заслуженного работника культуры Республики Адыгея Хатит Алины Асметовой. Юные артисты из Старобжакая выступали в Москве, Нальчике, Краснодаре, Сочи и других городах. Народный ансамбль адыгейского танца «Алюар» создан в 2010 году под руководством заслуженного артиста Кубани, заслуженного работника культуры Республики Адыгея Хашкоева Мурата Арсеновича. За 10 лет коллектив выступал на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нальчика, Ростова, Краснодара. Коллективы Старобжакайского дома культуры неоднократно становились победителями международных всероссийских конкурсов.